Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня проверяем телефон Nokia 105. Лот номер 9886. Получал я его вот в этой посылочке, можете посмотреть. Телефончик без русского языка. Телефоны приходят с Германии. Покупаю их у перекупа в Украине. И вот беру их под реставрацию. Данный телефон в оригинальном корпусе. Все оригинальное, без аккумулятора. Нашел я на него уже хороший корпус оригинальный. Так что надо будет заказать и отснять для вас видосик. Если интересно, сразу пишите в комментариях. Если не тяжело, поставьте пальчик вверх. Подпишитесь на канал, дерните колокольчик для получения оповещений. И продолжаем. Так, проверка будет производиться на карточке Kyivstar. Оригинальный телефон, смотрите, сделан во Вьетнаме. И мои последние цифры 3320. Сейчас проверим, совпадает ли начинка с содержимым. Рабочие лошадки. И заодно посмотрим лайфтаймер данного телефона. Смотрю, есть у нас фонарик, 3,5 мм наушнички. Поехали. Nokia. Connecting people. Данный телефон в голубом цвете. Они бывают еще в черных. Время у нас сегодня 18:20. Окей. Дата 01.07.2019. Окей. Все четенько. Все, выйдет Kyivstar. Русификации нету, но увы. Ну, давайте на всякий пожарный гляну, не помню я. А вдруг. Английский, арабский. Ой, какие-то, гляньте, козябры. Козябры-мазябры. Английский, козябры-мазябры. Нету русского, даже нету немецкого. Так. Так, клавиатурка тест пройдена. Теперь проверим баланс данного телефона. Видит ли он, видят ли его в сети. И на рахунку 0.0, окей, видно. Дальше. Давайте пробьем лайфтаймер. Так, это имейку пробиваем. 03.32.0. Все четенько. Так, и давайте попробуем имей. То есть лайфтаймер 92.70.26.89. Так, 03.320 его серийка. Сделан 08.14. И ты крокозябл. А вот видите, не указано, сколько на нем налялякано. Видите, не во всех телефонах почему-то это поддерживается. Ну, поэтому звоняет и ничего не могу сделать. Дальше по менюшке. Здесь у нас Select сообщения. Видите, русский текст принимает. Так, дальше. Здесь у нас книга контактов. Дальше. Это звоночки пропущенные, набранные, удалить. Дальше. Это у нас будильники. Все выставляется в данной папке. Nokia Life, не знаю, что это такое. Язык. А зачем Nokia Life языки показывать?
Так, тон сеттинг. Что у нас есть? Рингтончики. Ага, еще и мерцает дисплей. Ой, кошка. Прикольно. В темноте прикольно. Это на будильник, наверное, да? Прикольненько. Но я чувствую, что если язык кракозябра, то и прошивка музыки кракозябра. Так, empty. Ну, скорее всего, можно будет загрузить через Bluetooth. Здесь у нас устанавливается громкость. Дальше. Стандартный уровень 3 клавиатуры. Ну, короче, все. Тут у нас дисплей. Тема 1. Хопа черная, хопа голубая, красная, зеленая. 4 темы. Дальше color схема. Так, прокрутка лист. Так, профили. Time setting, call setting, phone setting. О, даже можно call setting. Это если вы по контракту, то будет показывать время разговоров. Дальше. Коннектится, если радио, только через наушники. Дальше. Это у нас добавить какую-то запись, которую нам надо отделать, сделать. Что у нас по играм? Какой-то театр. Знает кто-нибудь, как в эту игру играть, ребят? Короче. Rapid Roll. Ready. Go. А, тут надо шариком. Понятно. И настройка. Всего две игры. Дальше. Здесь у нас что? Калькулятор, конвертер, календарь. О, фонарик есть. Светит, но не греет. Так, понятно. И инфоторазваг, это примочка Киевстара. Так, ну и теперь что? Мы с вами позвоним. Проверим громкость звонка. Так, лаудспикер. Все работает, отлично. Конечно, обидно, что он нам не показал время, сколько на нем налялякали на этой лошадке. Но ничего, ребятушки, я закажу корпус. Нашел в черном цвете, нашел в синем цвете. Если вам не тяжело, напишите мне в комментариях, какой бы его сделать цвет. В черный
или вот такой же оригинальный, какой был изначально голубой. Жду ваших комментариев, жду ваших пальчиков. Пожалуйста, всегда ваш мистер Гудмобайл. Не прощаюсь с вами, ждите новых обзоров. До встречи, пока-пока.